Еще одна пожилая женщина скончалась от коронавируса. Она была жительницей Зеленогорска. Диагноз у нее подтвердили еще 12 апреля. Затем ее перевели на лечение в Красноярск. По неподтвержденной пока информации, пенсионерка могла заразиться в Красноярском глазном центре. Напомню, сейчас он закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Всего к этой минуте в крае 666 заразившихся, 57 случаев за последние сутки. У 25 тяжелая форма заболевания, 9 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выздоровели за все время пандемии 74 человека. На карантине находятся 1680.